Евангелие от Марка, 3 глава, 4, 5 стихи. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И воздрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул. И стала рука его здорова, как другая. Люди часто не отвечают на вопрос, не знают ответа. А здесь они знали. Ну, вопрос первый. В субботу добро делать или зло? Что ж непонятно, какая разница, в пятницу надо добро, а если зло? А почему зло по отношению к кого-то? Оно по отношению меня может быть зло. И они не отвечали. Душу, дальше Христос говорит, добро или зло делаем, от этого зависит состояние души. Душу спасти или погубить. Вот представьте, толпа огромная, богомольцы, ходят, молятся. Старики с бородами, женщины одетые по форме, все. И вопрос ко всем Христос задает. Спасти или погубить? И они молчали. Это такое состояние народа. А ведь оно не тогда только было, так и сейчас. Я этот вопрос задаю неоднократно священникам. Вы хотите людей спасти? Каким путем? Вы что выдумали? Вот это мощи, руки, голову возите. Какая польза от мертвого живому? Когда от живого к живому пользу, то не всегда дождешься. А вот как-то что-то где-то кто-то сделает. Видишь, священники, они как? А, без меня ты не спасешься, у меня благодать. Не махну рукой, а вот никто идеи не будет, ты не спасешься. Но взамен отдай мне твою свободу. Чисто-тихо подход. Вот сейчас о поясе считали. Петру сказано, ты подпоясывался, припоясывался и ходил куда хотел. Так Петр припоясан был или нет? Что бы ему Христос сказал? О чем я говорю? Что у нас не по уставу? Простое дело пояс, мы ничего не можем сделать. Почему? Наглые бесчинники. Совершенно не признают ни устава. Да какой же там Бог может быть? Все отравлено. А выход какой? Слезы. Горькие слезы. Что среди нас живут люди, которые ничего этого не хотят соблюдать, с нечестивцами знаются. Видишь, говорит, беззаконника сообщаешься. В 49-м псалом об этом говорит. Это все было 3000 лет назад. А какой результат? И воззрел он на них с гневом, скорбя об ожесточении сердца. Вот я им буду говорить сегодня, вот зайду о поясе, ожесточение, пыль до потолка. Ну, то же самое, что я тебе сказал, лучше с поясом или без пояса? Лучше устав нарушать или соблюдать? Это то же самое отношение. А к спасению это относится нет? Добро и зло имеют отношение, но ведь не ответили. Что добро и что зло? Христос прямо поставил вопрос ребром. В раю быть или в аду? И они стояли, смотрели и не отвечали. Даже не верится, но я бы не поверил, если это не было записано. И эти люди, единственная избранная Богом нация. И Бог отверг их за это. Бог избрал нас, язычников. Скажите своим нарушителям устава, Бог отвергнет их. Те отступники, которые у нас были, ушли, у них ничего нету. Ничего нету. Спрашивают, куда ходите? Да никуда не ходим, отвращение было, я с ним говорил. А что нового? Да ничего у нас нет, только на работу и все. Полностью все потеряно. Бог выплеснул, ничего нету. У Бога это все просто делается. Ты ревнуй, ты огнем горим. Написано пламенейте. Пламя, видели, как от свечи огонь? Надо разжечь эту печь любви. Мне это не все равно. 1 Коринфянам 15:58. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Любой труд, что вы зайдете сегодня, это перед Господом все учитывается. Покажи свою ревность. Вы, жены, пойдите. Вы же знаете, все время ребятишек все годы приходилось ловить. Минуту батюшка, кто же бегает без пояса, минуту опять на улице без пояса. Почему? Из дома это зараза, да и течет-то. И сколько лет это зараза, течет и течет, как нарыв гнойный какой. И ничего нельзя сделать. Совершенно люди не представляют суда Божия никакого. Почему? А причина в нас, что мы не ревнуем. Я подошел, сказал, у себя вы хорошие, потому что вы молчите. Ты б десятки раз через дорогу перескочил и сказал, этого делать нельзя. Мы приехали, чтобы по уставу жить. Нам легко по этому уставу жить. Мы от всего мира отделяемся. К нам приехали очень издалека киносъемочная группа. И промахнулись мимо, проехали.
А тогда в том озере дальнем еще купались. Глядим, говорит, бегут ребятишечки, все в поясах. Мы поняли, попали туда. По поясам нашли нас. У меня было такое дело, я проповедовал. Подходили люди, говорили, а можно за поясок вас рукой потрогать? Мы никогда не видели. Обыкновенный пояс. Взрослые дядьки подходят, еще пояс щупают. Обыкновенная веревочка. Ну что-то в ней есть. А что в ней есть? Послушание. Более 100 раз в Библии, 108 раз или 109 говорится, подпояшься. И ни разу распояшься. Что тебе еще надо-то? Христос был в поясе. Читай первую главу Откровения. Ангелы все с поясами. Ангелы ни одного без пояса нету. Демоны с поясом. Ты кого подражаешь? Они распоясались, упали с неба. Давид припоясался мечом. Прямо крестители говорят, мы не знаем, какие волосы были, какие глаза, мы знаем. На чреслах кожаный пояс. Зачем все евангелисты об этом говорят, если никакого значения не имеют? Это в Новом Завете написано. Петра ангел разбудил, когда он спал в темнице, и говорит, встань, припаяшься первым делом. А потом жабуся. Значит, он что? У него пояс был рядом. Что он тебе скажет, ангел? Скажет, раскрестанный, распоясанный, вставай. Ну как что-то он должен тебе сказать. И апостол Павел, когда проповедовал, один пришел, там проповедник Агав, взял пояс, говорит, чей этот пояс? Вот так его свяжут. Чей это пояс был? Что тебе скажут? На весь дом ни одного пояса нет. Так апостол Павел, что, он не такой мудрый был, бестолковый. Ну ты глянь маленько-то, что у нас нет мелочей. Павел говорит, не по преданию нашему, а это даже не предание, а писание. 1 Петра 4.1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, во страдающей плоти перестанет грешить. Не просто знайте, а вооружитесь как оружие. Видим, как оружие берет, прицеливается. Я должен страдать. А почему я не должен болеть? С чего ради? У меня мысль, я вооружился. Я пришел на эту землю, чтобы страданиями искупать свои беззакония. Сколько я грешил. Хорошо, что меня нашел Господь. То зуб болит, то еще свербит где-то. Благодарю тебя. Вооружитесь той же мыслью. Иисус страдал за нас. И мы должны страдать. Этой мысли надо вооружиться. Без страдания нам не войти в Царство Небесное. Я видел плачущих людей, которые говорили, у меня нет болезни никакой. Как я пред Господом предстану? Что я ему отвечу? Послание к Галатам 6.9. Павел говорит, делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Добро делать или зло? Он говорит, делая добро, не унывай. Я ему сделал, а он мне пакость. Не унывай. Это перед Богом. Ты видишь, ангелы добро туда уже отнесли. Я за него молюсь, он мне, видишь, какие слова говорит. Но ты же перед Богом это все делаешь. Добро или зло делать? Так его научиться надо. Добро – это от Бога, зло – от дьявола. Что интересно, избави нас от лукавого. В оригинале стоит, избави нас от злого дьявола. Это одно и то же слово. Зло и дьявол – это одно. Так что ты делаешь на зло людям, это от дьявола, поверь. Там молитвы никакой нет. Свой телевизор выше ставит, чем требования устава. Мне очень прискорбно об этом говорить. Я знаю, какая реакция будет, нерасположенность будет. Я переступаю через это все ради души. Чтобы мне ангел не сказал, а почему ты молчал? Послание к Филиппийцам 1.14. Читаем. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Добро или зло делать? Добро. Безбоязненно, ревностно. И Господу этим угодим. Прошлое воскресенье наша сестра ездила в село Клочки Рябишинского района, и там его прогнали, не приняли. Сегодня она звонит. Вдруг меня, говорит, звонят и вызывают в эти Клочки. Из-за одной женщины, я говорю, разнесли сначала в Клочке, а теперь оказалась одна женщина, приехала из Германии. И она говорит, я хочу побыть с ней. Я сразу засыпился. Если будет хорошо, пригласи ее сюда. И мы с ней поговорим. И она говорит, я опять литература, опять две сумки, опять на вокзал, и опять поехала. Она очень ревностная. Ее Господь нашел за то, что мы ходили по городу. В ее обращение, посмотрите, в 15 доме, почитайте, Бог привел ее. Она ходила в Московскую патриархию. Ходила, ничего не знала, стояла в магазине. А наша сестра, одна, говорила о лагере. Ее это коснулось. Потом она еще что-то взяла. Потом купила книгу. Проснулась. Мысль идти, где? Не знаю, где вы есть. И вдруг мысль пришла. Так в книге там написано, фотографии. Ползунова 6, Барнаул. Я, говорит, соскочила, ночь темно. Смотрю, Ползунова 6. Куда идти, не знаю. Пошла.
И как нарочно в этот день мы на запор не закрылись. Она зашла, в коридоре темно, я говорит, упала, проскочила вперед и лбом ударила в дверь. А дальше ее уже провели. И она настолько ревностная, какое бы дело ни делали, она везде успевает. И все время на лице у нее улыбка. Она не раз уже здесь была, сестра Нина. Она духом пламенеет, это от нее не отнимешь. Господь нашел ее через слова сестры, которая говорила с продавщицей. А она работала как раз в торговле. Ты не знаешь, какое семечко даст плод. И она нигде ни разу устав не нарушила. Она одета всегда по форме, приехала. Так ее там те, которые прогнали до этого, они ее ощупали платочек. Она им платочком привезла. Да как красиво. Да. И они ввели в другое помещение, попросили раздеться, мы посмотрим, как опять одевать это все. Это православные люди. Ну, снизойдите до этого уровня. Нам есть что показать. Строгость никогда не мешала человеку быть хорошим. Никогда. Строгое воспитание детей написано, не стыди, строгое воспитание дочери. Она не постыдит тебя. Держи ее в руках, ты потом радоваться будешь. Строгость. Вот у нас устав по форме, одет и пояс, это строгость. Строгость это означает вино, это притворение воды в вино. Смысл вот какой. К филиппийцам. 1 глава 28-30 стихи. И не страшитесь ни в чем противника. Это для них есть предзнаменование погибели. Что они против, что говорят, а для нас спасение. И сия от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели и во мне, и ныне слышите о мне. Вы знаете, Шашинский район ликвидировали, его соединили с Тюменцем, этим, с Мамонтовским, кажется. С Тюменцева. Вот. Другой совсем. И директор, который разрешил нам в Доме культуры быть там, накануне поехала в район. И мы только думаем, только бы с батюшкой она не встретилась. Сразу он сгрызет, отнимет ее, приструнит, и она уже нас тогда не пустит. Мы давай молиться, чтобы... Пусть она встречается с коммунистами, пусть с кем угодно, с колдунами, с сектантами, только с попом, чтобы не встретилась. Он сразу все перегородит дорогу. Сегодня я вижу более злого сословия нет в России, как священники. Всюду и везде вылагают всякий слух, проповедь, где кто, чтобы... Они не понимают, что мы в православии. Докажи, что тебе нужно. Ему надо подмять и отнять. Он не понимает. Это кара России. Они должны вести людей к совершенству. Мы выходим на улицу, начинаем говорить об Евангелии. Они в бешенство приходят на травы, пусть нас бьют, что угодно. Он травит стоит прямо. Гоните их в шею. А мы знаем, ради Бога нам дано не только веровать. Не только молиться, креститься правильно, но и правильно страдать. Страдать, молясь за врагов. 2 Коринфян 3,14. Но умы их осветлены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. А сегодня покрывало при чтении Нового Завета еще хуже. Они не понимают и не знают. Она и говорила, сестра дает им Новый Завет и предлагает деньги, говорит, ну у вас хоть есть, что надо нам батюшка сделает. Ну есть или нет, я бесплатно даю, не взяли. Он научил не брать. Что это от Бога? Что тут непонятно-то? В прошлые годы, когда мне пришлось много свидетельств при начале перестройки, еще там 88-89, 89 до перестройки еще, я с большими рюкзаками появлялся во всех организациях Барнаула. Помню, за мной приезжает одновременно несколько полковников. Собраны все прокуроры края. Перед кем только я не выступал. Ко мне надо, мне непрерывно ехали. И нам Бог открыл такой источник. Мы покупали в Средней Азии, с Фрунзе, со старшим пресвитером, это кипистом баптистом. И здесь по той же цене давали. Ну, за бесценок буквально. И цветные, и детские Библии, и каких только не было. И куда только не звали. Я говорю, вот знаете, как мне душерадостно и приятно. Встречаются эти люди. Где они ходят? Некоторые ходят в церковь, некоторые стали священниками. Я же не утерял связь с ними. Да? Потому что большая аудитория – это аморфное состояние. 2-3 человека я конкретно могу работать с ними. Ефесянам 4,18. Будучи помрачены в разуме, отчужден от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их. Вот они молчали. Невежество, ожесточение сердец. Но мы поедем завтра. Повторяю, мы ничего не знаем. Что нас ждет? Нам нужна помощь. И в прошлый раз мы были благословенны, мы говорили, за нас молятся. Молитесь ради Христа.
Чем можете, помогайте, чтобы поехать. Здесь нужно оплачивать машину, и Бог дает, у нас все еще есть. Ефесянам 4:26. Гневаясь, не согрешайте. Солнце-то не зайдет во гневе вашем. И 4:30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. А где оскорбление? А когда Господь спрашивает их, добро или зло? Они не отвечают, это оскорбление Духа Святого. Дух Святой касается души, они замкнулись и молчали. Промолчали в пустыню тысячи лет. А теперь не знают, что с мусульманами делать. Любого монаха Христос мог бы даже спросить в течение 6 столетий. Говорить или не говорить людям? Нет, надо молчание. Вы знаете, начинают такие толкования давать. Когда Христос говорит, выйди на середину, то начинают, это середина добродетели. Вы сегодня считали. Как все это закручено было, столько же придумали монахи. А надо было сказать, идите и свидетельствуйте, идите, скоро Магомед родится, вам тошно будет, он разобьет эту Византию, он раздавит все ваши храмы, вы будете пленниками, вы идите, и они все равно не пошли. Спасти этих мусульман или не спасти, вопрос стоял, погубить их или спасти. Если бы проповедовали, они бы все были верующими. Эти люди очень и очень склонны к религии были. Исаия 63:10. Но они возмутились и огорчились Святого Духа Его, потому что Он обратился в неприятие их. Сам воевал против них, Бог. Это за 700 лет до Христа. Если Бог станет неприятелем, не устоишь. Бог гордым противится, не гордись, надень пояс. Мусульмане миллиард, сумели одеть всех женщин, сумели одеть всех мужчин, все по форме. Ни одного не что прилегало к форме, как у нас, у женщин. Притом не когда полиция идет, а всегда. Хотите убедиться, говорится, съездите на рубеж, посмотрите, не считайте этих за настоящих мусульман. Они работают. И нам в этом пример. Лука 13:15. Господь сказал ему в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу? И не ведет ли поить? Спасти или погубить в субботу? Они молчали. А в другом месте он говорит, ну тебя выпьет, если ты же отвязываешь его в субботу. Молчит. Ну я же видел вчера, ты водил его на водопой-то. Ну почему же мне было не развязать человека, которого сатана сковал? Он не может человек разогнуться, сгорбатился. И они молчали, стояли. Сатана сковал и не дает послушания. Сатана связал и не может им надеть пояс. Это скованность от сатаны. Неемия 13:8. Тогда мне было весьма неприятно. Я выбросил все домашние вещи, то вели вон из комнаты. Нужно показать ревность. Все остальное должно быть выброшено прочь. Я перед Богом это говорю. Это Неемия старался так. А до него разве люди не знали, что при храме завелась комната, и там Тови вещи свои принес. Может быть спит, а может быть и не один. И никому дела как будто не было. Он показал ревность. Распахнул дверь и начал все вышвыривать оттуда. Псалом 94:10. 40 лет я был раздражаем родом сим, говорит Господь. И сказал это народ заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих. Вот ответ, который ждет людей, которые не считают Евангелия. 40 лет, это не 2 года. Миллионы людей шли, и они не познали Бога. Видели чудеса его и роптали. И Господь в гневе сказал, и они не войдут в обетованную землю. Моисей передал, как не войдем, вон уже видать ее. Да мы кого угодно победим. Не пойдете. А мы пойдем. И они, знаете, пошли. Пошли, побежали обратно. 2 человека, 100 человек прогнали. И убитыми гора наполнилась. И в один день Израиль покрылся вдовами. Все. Развернул назад, и 40 лет стали блуждать в пустыне. Пока все не переберете, а новые дети туда тогда войдут. Не гневите Бога. Если ты здесь не подчиняешься уставу, в другом месте Бог наложит другой устав. Тебя другой подпояшет, если не хочешь сам подпоясываться. И поведет, куда не хочешь. Да даст Господь нам правильно ответить. Когда Он спросит, добро или зло, мы сразу быстро и ревно ответим, Господи, добро, только добро. Я избираю Бога, одного Бога, никого кроме Бога. Спасти душу или погубить? Господи, только спасти душу свою, мне и ближних моих. Помоги, Владыка. И когда нападает враг, вы всегда поминайте про кровь Христову.
Говори, я искупленная кровью Христова чада. За меня кровь Христова пролита. Отойди от меня, сатана. Я кровью Христовой умоляю каждого. Отвечайте правильно на вопросы. Упоминайте имя Христова и скажи, избираю Бога, одного Бога. Да буду я с ним в вечности. Аминь.